Мне всегда казалось, что запрет ради запрета – это всегда ошибка. Особенно если ты делаешь, реагируя на действия другой стороны. Всегда надо думать о национальных интересах. Но помимо этой такой общей фразы, несколько холодной, надо думать о людях, надо думать о благе детей. Если ребенка никто не берет в семью в России, и ребенок болен, если его может усыновить семья в любой другой стране, американская, испанская, китайская семья, любая другая, а почему нет, почему нельзя дать ребенка в эту семью, если он будет счастлив? Гуманность тоже надо включать в форму правления. Это часть, кстати, величия правителя именно в этом. Я много работал над созданием вот сети омбудсманов в Европе. И у меня есть друзья, которые были омбудсманами регионов. И мой большой друг, и я очень горжусь этой дружбой, это омбудсман Российской Федерации, господин Лукин. Я им восхищаюсь действительно в большой степени. И он мне очень помог, кстати, при составлении вот этого доклада 2004 года. А я лично говорю, что с омбудсменами это как в аптеке, есть, так сказать, всюду. То есть есть разные омбудсмены, есть, которые прекрасно работают, есть омбудсмены, которые не поняли сути, в общем, института и как-то работают как очередное правительство. Эти, конечно, не омбудсмены. Потому что он всегда работает с патологиями, и в конечном итоге он становится очень неудобным для меня. Но в этом как раз величие демократии состоит. Потому что есть противовес и есть балансировка, да, для власти. Потому что нельзя править все время, слушая, как тебя хвалят и когда какой-то хороший. Подлинный правитель должен выслушивать правду тоже. И находить именно ту правильную дорогу для верного правления. Это не первый случай, к сожалению, и в мире, и в Европе. Я думаю, что первое, что надо разделять очень четко, это индивидуальное поведение конкретного человека и характеристика целого народа, который мы переносим. Я уже слышал эти голоса, что вот чеченцы, Чечня, и то все. Да? И сразу получается, что Чечня – это страна террористов. Нет, конечно, нет. И индивидуальное поведение совершенно не связано с целым народом. Не надо смешивать это. Я думаю, что это очень четко надо прописать этот пункт, во-первых. Да? При том, что о Чечне, конечно, можно много говорить и дискутировать. Да? Но два парня жили в Штатах, вроде бы, прекрасно интегрированы. Да? И они жертвы совершенно конкретной вещи. Это интоксикация религиозного фанатизма. То есть, когда религиозные фанатики, которые попадают в мир джихадизма, да, скажем так, и действуют на основе этой философии. Конечно, такие фанатики будут и в будущем, потому что когда помутнение человеческого разума происходит, мы зачастую не можем с этим ничего поделать. Потому что когда вы сеете семена нетерпимости и правите на основе нетерпимости, потом вы соберете урожай как раз нетерпимости и фанатизма. Поэтому школа так важна.